Дмитрий Колесников изучает лечебное дело в медицинском университете, но молодой человек находит время для хобби. Вместе с однокурсниками он танцует электроденс, брейкданс и дэнс-холл. Признается, в его команде нет равнодушных людей. В коллективе собраны люди, как именно и профессионалы, люди, которые давным-давно занимаются своим делом, так и те, которые, вот, придя в университет, подумали, что они хотят чем-то заниматься и пришли к нам. Мы отбираем в основном коллектив определенных людей, которые стремятся заниматься, жаждут этим заниматься, и они непосредственно уже выступают. Перед началом концерта для участников и гостей фестиваля провели мастер-класс по игре на экзотических барабанах. По словам организаторов, студенты, которых пригласили на фестиваль, настоящие герои. Они поразили членов экспертного сообщества своими талантами и не оставили равнодушными многочисленных зрителей. Для первокурсника первый раз выйти на сцену не только у себя в ВУЗе, но и на такую сцену, как МТЛ-арена, все-таки большая, профессиональная, много света, много людей. Это, я считаю, подвиг. Лучшие творческие коллективы стали лауреатами фестиваля «Самарский студенческий дебют». Они получили награды из рук первых лиц региона. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.